Если в 2014 году этот показатель был на уровне 1200 случаев на 100 тысяч населения, то в прошлом году более 746. В текущем году смертность уменьшилась еще на 17% по сравнению с 2018. К концу года надеемся, что будет 730, сказал Валерий Садовой. По его словам, чаще всего крымчане умирают от хронической сердечной недостаточности, 40% от всех случаев. Для сравнения, жертвами острого коронарного синдрома, к последствиям которого относится и инфаркт миокарда, становится всего 5% сердечников. При этом кардиолог отметил, что в Крыму смертность от сердечно-сосудистых патологий традиционно выше общероссийской более чем в 3 раза. Одной из причин специалист назвал возрастное население.